ребята, удачи вам! Внимание, мам! Побежали! Новогодние каникулы – это не повод сидеть дома перед телевизором. Так считают березняковцы, которые решили 2 января прийти в городской парк и принять участие в квесте QR-код. Ребята разбились на 5 небольших команд по 2-3 человека. Задача каждой команды – быстрее других пройти все этапы и выполнить задание. Но узнать задание было не так-то просто. То есть они бегают по станциям со специальной программой, со специальным приложением и считывают QR-коды. В каждом коде зашифровано задание. Они выполняют задание, ну и, соответственно, получают букву. Команды выполняли задание на 10 этапах, где отгадывали загадки, зашифрованные фразы, мультперсонажей, а еще фотографировались и пели песни. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. За каждое выполненное задание участники получали по одной букве. Ребята из команды «Три богатыря» очень быстро и дружно справились с поставленными задачами. В итоге им удалось раньше всех прибежать на финиш и составить из собранных букв загаданное слово. Молодое настроение. Молодцы. Ну я вас поздравляю, вы первые пришли. Сам первый? Да. Очень все понравилось. Все понравилось, да, все хорошо. Все станции обошли. Новогоднюю песню разгадали, ребусы. Да. Ползком надо было проползти. Вы надеялись на победу? Да. Верили с самого начала? Да. Не отставали от богатырей девочки-красавицы. Вероника и ее дочь Анастасия упорно шли по пятам за мужчинами. Но перед самым финишем немного задержались и оказались третьими. Хотя это их совсем не расстроило, ведь лучший подарок – это отличное настроение и время, проведенное вместе. Квест был очень активный, можно даже сказать, он был спортивный, потому что мы обежали парк, наверное, как мы не бегали это давно, по всему парку. Мы вспомнили все названия качелей, карусели, все станции. На некоторых мы очень быстро проскользнули, на некоторых нам пришлось задержаться, но в итоге мы пришли третьи. Всех участников квеста ждали сладкие подарки, а вместе с командами активно начали год Влада Фельская, Дмитрий Воронушкин, новости Верхнекамья.